Понятно, что это тяжело играть морально после поражения и тяжело найти какую-то мотивацию, но понятно, что надо выиграть, и мы будем бороться обязательно. To be healthy and to bounce back the soonest possible. Unfortunately, we lost also Voronchich. The bad luck it follows in terms of that regarding the injuries, I want to say. But it is what it is, that's sport. Последний матч с Жальгирисом прошел не так давно. Можно сказать, что перед серией плей-офф, по-моему, один из последних был в регулярном чемпионате. Поэтому, в принципе, мы готовились именно по той игре. И, в принципе, ту серию, которую Жальгирис провел с Олимпиакосом, мы за ней тоже следили. И, в принципе, нам понятно, как они играют и какой баскетбол они пропагандируют. Just staying together, you know. After this, man, we still got VTB playoffs. We just can't be mad and think about the game so much. You know, it's over. We got a good team ahead of us now. We just try to win this game and have a positive vibe going back into VTB playoffs. Я думаю, что мы все профессионалы, все понимаем, что да, тяжело, но нам нужно играть и выходить из этого состояния.